Когда Армения вернет Азербайджану анклавы? Эта тема вновь актуализировалась после очередной встречи комиссии по вопросам делимитации госграницы. Переговоры прошли 30 ноября на границе двух стран. Была достигнута договоренность о продолжении обсуждений. В экспертном сообществе Армении уверены, главной темой дискуссии был вопрос анклавов. Речь идет о 8 азербайджанских селах, которые все еще находятся под армянской оккупацией. Я уверен, что они обсудили как вопрос делимитации границ, так и тему азербайджанских анклавов. Азербайджан ведь говорит, что ее анклав уже 30 лет находится под армянской оккупацией. Они также требуют от Армении выплаты компенсации. Думаю, в качестве компенсации можно пойти на территориальные уступки. Обе стороны заявляют, что на территории Армении находятся азербайджанские анклавы и что эти села должны вернуться под контроль Азербайджана. Уже поздно отказываться от своих слов. Армения уже признала территориальную целостность Азербайджана и указала ту площадь, в которую входят те самые анклавы. Самое интересное, что Баку и Ереван сегодня обсуждают советские границы, а это нам невыгодно. Что мешает руководству Армении представить другие карты и сказать: «Давайте проведем границы по этим картам». Тем временем власти Армении пытаются переселить как можно больше граждан в приграничные районы. Особое внимание уделяется заселению азербайджанских анклавов. Ныне проживающие там лица не скрывают своего недовольства действиями правительства. Многие осознают, что власти Армении в своих корыстных целях постоянно переселяют их из одной точки в другую, но при этом не создают элементарных условий для проживания. Раньше там был Белый дом. Все встречи между азербайджанцами и армянами проходили именно там. Я сам участвовал во многих встречах. На той стороне озера у нас есть земельные участки, а здесь у азербайджанцев есть свои земли. Мы должны договориться насчет этих территорий. Раньше с азербайджанцами мы были в очень хороших отношениях. Будет хорошо, если с помощью России и других стран наши отношения улучшатся. Никто из нас не виноват, что с нами случилось такое. Что думают армяне о возможном мирном сосуществовании с азербайджанцами? Опрос на эту тему был проведен в Ереване. Мирную повестку переговоров поддержали далеко не все респонденты. Многие все еще грезят о реванше. Мы христиане, а они мусульмане. У нас разная религия и вера. Мы не сможем жить в мире. Думаю, для мира должно пройти больше времени. На данный момент не считаю это возможным. Сегодня Азербайджан – страна-победитель. Для нас жить бок о бок с азербайджанцами будет очень трудно. Нужно время. В России ведь армяне и азербайджанцы живут вместе. Думаю, здесь тоже могут жить в мире. Разве мы все не люди? Почему не можем жить в мире? В России армяне, азербайджанцы, русские, грузины живут вместе очень даже неплохо. Все страны воевали. Ни одна страна в мире сегодня не строит стены на границе с соседними государствами. Нет больше такого. После любой войны люди успокаиваются, и мы не будем исключением. Во всем мире были войны, так что отношения наладятся. Просто нужно время. Нам нужно выходить из кризиса и наладить торговлю. Мы не можем и дальше отстраняться от соседей. Даже в древних временах люди занимались торговлей, общались между собой. Что нам мешает жить в мире? Официально Баку неоднократно заявляла о готовности к прямым переговорам с Ереваном для скорейшего завершения мирного договора. Именно азербайджанская сторона предложила Армении встретиться на границе для обсуждения мирного процесса. Тем временем Ереван продолжает затягивать переговоры. К примеру, Армения на 70 дней задержала ответ на представленное Азербайджаном предложение по тексту мирного договора.